Вот это место чуть левее КПП. На схемке обозначено как плац. Вот такой груз-капот. Это штаб. Офицерская общага. А сейчас по схемке прогуляемся по Торренти-Рудосы, дорожка в городок, кочегарка, и прогуляемся мы к боксам танковых батальонов. Какой-то фундамент с четырьмя болтами. На ходу смотрю на схемку. И вот что мы видим. Так, справа от нас цифра 20. Ракетный дивизион. Пожалуйста, ракетный дивизион. Ну, вот деревья сохранились, по ним еще по тополям можно ориентироваться. Вот здесь с левой стороны, судя по схеме. Вот тут стояли 4 бокса танкового батальона. А здесь... А вот здесь была казарма где-то. Стояла она вот так вот вдоль. А за ней был плац. А вот тут ракетный дивизион. Напоминаю, идем от досов и кочегарки.
ничего не осталось. Вон там вдали был плац. И на дороге чуть левее КПП. На схеме видно, что вдоль боксов танкового батальона стояли ряды деревьев. И вот они, пожалуйста. Раз ряд. Два ряд. Три ряд. И там, по-моему, еще дальше еще один. Вот и все. Вот и все. Даже фундаментов не оставили. Здесь, судя по схеме, стояло здание номер 9, это у нас казарма. Пойдем дальше посмотрим, что там еще осталось. Осталось. Деревьев осталось. Как в Эберсвальде, в Лобановском полку.